Ладно, детишки славно повеселились. Но у меня в 6 утра самолет. Ричи, ты же не уезжаешь? Бэв, дитя, чего ты хочешь приключений? У тебя чудная мысль, оживить старый кошмар. Я люблю вас, но на меня не рассчитывайте. Я еду в отель, хочу выспаться, а утром сесть в самолет и навсегда улететь отсюда. Ричи. Я буду очень тепло вспоминать о всех вас. Старик, мы все напуганы, здесь нечего стыдиться. Может быть, он прав. Понимаете, если речь идет о возвращении в подвал... Мы сами не знаем, о чем говорим, потому что еще ни о чем не говорили. Да, дадим Майку шанс рассказать нам, пока мы не разлетелись. Или это так трудно, Ричи? Я всего лишь хочу поспать. Или это слишком большое желание? Надо быть вежливыми по отношению к Майку. Ребята, ребята, тихо. Все в порядке, Бен. Оставь в покое Ричи. Вы все приехали в силу данного обещания. Меня волнует одно. Вы все сдержали слово. Как бы вы ни решили, я ничего не жду. Хорошо сказано, Майк. Все оплачено, Ричи. Нет, Эй. Прекрати, Майк. Ребята, не будем спорить. Тогда ладно. Тост за мистера Майкла Хенлона, человека, без которого ничего бы не случилось. Мне просто повезло. Ты хочешь, чтобы тебя съело чудовище? В добрый путь! Успокойтесь все. Что такое? В чем дело? Что-нибудь случилось? У нашего друга приступ астмы, но все обошлось. Да, мне лучше. Спасибо. Спасибо. Все было вкусно? Очень вкусно, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Роза. Ребята, мне что-то расхотелось спать. Давайте сматываться.